Якорь не вытащил. Надо чуть дальше отпустить. Первую банку слева поставь. Борода красава. Моржи. Еще один дубль. Дайте скафандр. Маску с трубкой. Халяву, возвращайтесь, хватит уже. Олеж, уже возвращайся, хватит. Веслом ветки подтяните. Ксюша, отпусти ветки. Мать-то, отдай. Олег, хватит, Олег. Ребята, есть кто дольше? Кинь сюда веревку, Санек. Давай веревку. Тихо, весло, 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 весло увольного! Женя! Женя! Весло! Женя, крути башкой! Давай сюда, Фома! Отсюда попробуй! Забирай весла! Нет, ты можешь наоборот так... А что ты вольного? Туда его сцепил, сюда цепит. Он его кинул, и он вот так... Женёк, бери, бери, следующий. Ну, оттуда по улице. А чем я вести буду? Мало людей. Передел. А придется нырять. Опустите, дайте ему слабину. Там кольцо, стопудово, что там? Там больше ничего не может. Все, что ли? Да нет, он пока еще не разобрал. Нож, давайте. Нож, дайте нож. Нож, пишите. А смысл там у меня будет? О, все. Он его пропихнул через это, то что веревка-то зашла. Ура! Приготовьте водку, натирать ее надо, натрите ее, натрите. Водки ему, сукину сыну, если же нет, растереть. Сергей Немков начал прямую трансляцию. Это я с ним фанат. Францу бери!